11 мая, РИА Новости. Германия обсуждает с ЕС и Еврокомиссией вопрос о сохранении рабочих мест в немецких компаниях в связи с введением США санкций против Ирана. Речь идет о минимизации ущерба, заявил в пятницу в эфире ДЛФ глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер. Мы находимся в самом начале дискуссии о том, каковы будут воздействия на экономику, как можно предотвратить негативные последствия для рабочих мест в Германии, сказал министр, добавив, что в этом вопросе работа ведется совместно с ЕС и Еврокомиссией. Мы готовы говорить об этом со всеми затронутыми предприятиями. Что мы можем сделать, чтобы минимизировать негативные последствия? То есть речь идет конкретно о минимизации ущерба, добавил он. Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого шестеркой международных посредников. Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.